когда с вами беседует лицо кавказской национальности в скобках, кавказская национальность – это оскорбительное выражение. Не считайте его дураком за акцент и некоторые грамматические ошибки. Просто помните, что это лицо с вами беседует на вашем языке, еще прекрасно владеет своим родным, которого вы вообще не знаете. Из-за того, что у вас акцент, допустим, почему я думаю, должен думать, что вы неграмотный человек? Наоборот, это у меня предисловие книги. Ну, она фактически закончена, просто две трети уже отработанные, напечатанные. А они, наверное, будет называться. Там такие белые вороны, ученицы, да, как новеллы получились. Очень интересные люди, разной национальности. Это люди, на которых держится жизнь. Порядочные, до необычности, понимаете, и которые остались в памяти. Я изначально об этом не думал. Я не люблю, когда вот автобиографические книги пишут, и я. А вокруг меня оказалось столько народу таких необычных людей, что пошло и пошло.